згодна з апошнімі дадзенымі абласной камісіі па выбарах дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, ад далейшай барацьбы на Гомельшчыне вырашылі адмовіцца 7 зарэгістраваных прэтэндэнтаў. Адна з магчымых прычын – вялікая канкурэнцыя. Такім чынам, выбарчую кампанію ў рэгіёне працягваюць 67 чалавек. Гэта прыкладна 4 прэтэндэнты на адзін дэпутацкі мандат. Выбарчы участок номер 4 Гомельскай Навабельскай выбарчай акругі размясціўся на тэрыторыі прадпрыемства Гомельшпалеры. Асноўнае галасаванне пройдзе ў памяшканні сталовай, а для датэрміновага адвялі адзін з пакояў адміністратыўнага аддзела. Сёння тут можна азнаёміцца з усімі дакументамі, у адпаведнасці з якімі будуць праходзіць выбары, а таксама біяграфіямі кандыдатаў. У Гомельскай Навабельскай акрузі іх 4: кандыдат біялагічных навук, генеральны дырэктар таварыства, дэпутат палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання і юрыст-консульт. Самаму старэйшаму 66 гадоў, малодшаму 34. З 26 жніўня на участку пачнуць пастаянна дзяжурыць члены камісіі. З 26 августа кожны избиратель, не только нашего участка, і на других, могуць ознакомиться со списками, посмотреть, есть ли он в этих списках, ознакомиться с материалами по выборам, которые представлены в уголке избирателя. В данном случае у нас все это готово, и Конституция, и избирательный кодекс, и все материалы, кто входит в состав окружной избирательной комиссии, участковой, график работы, все идет согласно законодательству. За выключением одного кандидата, який провел встречу с працовным коллективом, особливой активности претендентов на 4-м выборчем участку Гомельской и Новобелевской округи покуль не означается, как, до речи, и у інших округах. В усіляким разі убачить пикеты кандидатов на улицах Гомеля покуль достатково проблематично, хоть плакаты некоторых претендентов уже заявились, верогодней за все, самой распространенной и эффективной формой агитации подчас этой выборчей кампании станут миновито особистые встречи с населением по месту працы и жыхарства. Всю необходимую информацию о потенциальных депутатах представить и на выборчем участку номер 11 Гомельской центральной выборчей округи, який находится в будинку Державного колледжа мастерства имя Соколовского. Основное голосование тут будет проходить у фойе учебного корпуса. Для детерминового отвели наставницкий покой на першым паверсе. Кажуць, што такое месцазнаходжанне не будзе ствараць перашкоды для навучальнага працэсу. Для таго ж, гэта зручна для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Да работы з выбаршчыкамі на участках увогуле рыхтуюцца грунтоўна. Члены камісіі не толькі трымалі спецыяльныя памяткі, з імі праводзяцца яшчэ і рэгулярныя трэнінгі, на якіх разглядаюцца ўсе магчымыя сітуацыі. Избиратель хочет проголосовать за своего родственника. Что обязана члена комиссии делать в этом случае? Если приехал человек из другой области, обязаны ли члены комиссии его выдать ему бюллетень и каким образом поступить в этой ситуации? Если люди не могут проголосовать на избирательном участке, как мы действуем в этом случае? То есть приехать должны мы домой, навестить этого человека и работать. Ну, вот различные ситуации, которые могут случиться на любом участке избирательном. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».